Друзья, привет! С вами канал Графин и я Владимир. Под роликом «Самый классный магазин виски», который я снял в Германии, был оставлен комментарий, что в Москве есть магазин «Галерея градусов», который ничуть не меньше, а может быть даже и больше. Ну, для меня 650 километров до Москвы не крюк для бешеной собаки. Я прыгнул в машину, 6 часов, и мы в Москве. Ну, не считая, конечно, маленькой пробки в самой Москве. И сейчас мы с вами зайдем в этот магазин и сделаем у него короткий обзор. Пойдемте со мной. Павел, привет. Павел, представитель этого магазина. Коротко, что мы сейчас с вами увидим? Сейчас мы увидим с вами самый большой бутик в Москве, в Московской области, вообще во всей Европе, я так это даже называю. Даже так, да? Да. Порядка 44 тысяч у нас позиций, да, алкоголя. Неплохо, неплохо. Бутик, мне уже нравится. На двух этажах, 2000 квадратных метров. Ну, пойдемте внутрь. Пойдемте. Оп, сразу. Смотрите, на первом этаже мы располагаем страны СНГ, это вина, это Крым, это Россия, это Грузия, это коньяки армянские, это грузинские. То есть все, что... Пойдемте. Да, пойдемте, пройдемте, посмотрим. Мы его называем «Белый зал». «Белый зал», да? Да. Так. А, тут посуда представлена, да? Да, у нас также представлены бокалы. Кстати, я обратил внимание, вот многие спрашивают, где привезти вот такие бокальчики. Шикарные, смотрите, для дегустации коньячков, виски. Вот они здесь есть. И стоят они, кстати, здесь 500, пределок 600 рублей, да? Ну, автомат Шпигелёв. Да-да-да. Австрия. Вот для графа, смотрите, красивые, для разных напитков. Вот они все здесь есть. Кому интересно, то меня часто спрашивают, где привезти. Кстати, да, самый ценный бокал для виски, кстати, именно тоже, такой формы. Тоже хороший, да. Кстати, его приобрету. Я такой давно искал. Да. А я такие купил, ну ладно. Это... Да-да-да. Итак, проходим дальше. Да. Итак, здесь, давайте сейчас мы поближе. Сюда, здесь сюда, сюда. Смотрите. Давайте вот сюда пойдем. Здесь, здесь я вижу армянские коньяки, да? Армения, Грузия, Дербент. То есть все наше СНГ представлено довольно-таки широким ассортиментом, да? Здесь я вижу коньяки, ну все, весь, да? Самый какой, самый? 30-летний есть, да? Нет, самый максимальный я возраст спиртов покажу внизу. А, там, там внизу, 50-летний. Да? А, вот 50-летний, да? Но здесь у нас... А, Знаури, кстати, да, шикарный коньяк. Я его пробовал. Шикарный коньяк, я вижу здесь. А, 30-летний, ну все равно как бы неплохо, да? Да, еще наши. Пошли сюда дальше. Царь Акбар. Ну, здесь по 40-30 лет выдержка идет. Это Армения. Элитные наши армянские коньяки. Арвес, да? Да. Также представлен тоже линейка XO. Экстра есть, да. И экстра есть, да? Угу. Вот дома мне нравится просто обзор. Сколько здесь стоит? 22. 2000, ну это литровая бутылка, да? Нет, это 0,7. А, 0,7? Угу. Это большая такая. Ну, она так объемно сделана. А, она просто красиво сделана. Смотри, какая красивая бутылочка. Очень мне нравится Ржешвили. Ну, я сам собираюсь в Тбилиси как раз съездить. Так, ну ладно. Также здесь представлены вина наших, как бы, элита наших крымских производителей, Краснодарского края, Ростов. Такие, как Павел Швец, это Олег Репин, это великий, да, производитель, Перовский усадьба, Альмавелли. Кстати, широкий ассортимент. Вот такого ассортимента малышей я не видел нигде практически. Это уже для коллекции покупают. Ну, для, да, коллекционер сам собираем очень много. Но на самом деле иногда хочется попробовать что-то. И чем покупать бутылку за 20 тысяч, можно взять малыша. Понятно, да, что вкусы, да, как бы. Ну, для дегустационных драм, да, как раз. Дегустационная, ну, доза. В основном коллекционеры здесь. Да, дегустационная доза как бы там не было. Ну, а здесь, опять же, да, мужчинам на подарки дарят. Да, здесь представлена водка, смотри, даже широким ассортиментом. Да, большой выбор дистиллятов. Ну, в основном это самогоны, это... Промышленная. Да. Водка, настойки. Да-да-да-да. Так, проходите. И грузинские вина. Наши сокровища. Ну, потом... мы больше делаем обзор, честно, на своем канале на крепкие напитки, раз, да, на виски, коньяки, да, и как бы просят рома, джины. К винам я еще не пришел. Но факт то, что да, для любителей вин, обратите внимание, сюда, поверни, свет. Обратите внимание, какой здесь ассортимент вин. Ну, Грузия представлена очень широким ассортиментом, потому что, ну, там я вижу тоже у вас Армения. Да? Армения. Армянские вина, да? Очень хорошо. А, да? Мы должны привезти. Хорошо, хорошо. Так, это мы называем центральный зал. Центральный зал. Здесь у нас большое количество граппы. Граппы, сумасшедший ассортимент, да. Граппы, сумасшедший ассортимент, конечно. Ну, граппу нереально всю попробовать, потому что текила. Она делается бесконечно, много и хорошо. Также текила. У нас есть элитные варианты текилы представлены. Это Патрон, Гран Патрон. Очень редкие.
Свет, сюда, покажи, пожалуйста. Угу. Ценник, кстати, здесь 21 тысяча, да? Да. Ну, просто люди спрашивают цены, чтобы им сразу было понятно. Да, 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 да. Стандартная Омега. Угу. Ценник здесь какой? Где-то 1000. 1000 рублей с копейками, да. Угу. А, я в микрофон. Да, потом у нас большое сопротивление. Здесь вообще считается арманьяк. Винтажные коньяки и арманьяки. Это вот здесь. Я вижу, да, целый стенд. Это арманьяки все, да? Это винтажные коньяки. То есть коньяки определенных годов. Да, понятно. Мы их так называем. Потом старая Массандра, сами понимаете. Эльбито. Ух. Да. Ух. Да. 73-й, 74-й, 72-й. Ну, тут год. И ценник приличный. Да, такой, 45-й как бы, да? Год. Война закончилась. Ну, с другой стороны, да. Да, это уже это исключительно коллекционные вещи, правильно? Это исключительно коллекционные вещи. И наш любимый арманьяк. Да. И пошли арманьяки. Пошли арманьяки. Ну, давайте бегло здесь пробежимся. Я не хочу делать длинный ролик. Тут и так понятно, что масштаб магазина такой очень внушительный. То есть, у нас островные, очень представленные, я смотрю, тоже всевозможные. Рома, джины, я не знаю, ликеры, вернее, да, тут прямо глаза разбегаются. Ну и давайте посмотрим большую ромовую полку и спустимся. Да, да, ром давайте посмотрим, да. Вода. Так, давайте сюда ром. Сесть на роме. Да, это самый крупнейший выбор рома, наверное, не то что в Москве, а в России, потому что нигде, ни в каком магазине я такое количество не видел. Ну, глаза даже не видел, если честно. Я не хочу сказать, что, конечно, большой знаток, но тем не менее... Как бы я рому мало уделяю внимания у себя на канале, к сожалению. Ну, меня просят очень много про ромы и про джины, как раз. Я хочу как раз вот, про них и начать, может быть. Мексиканский, да, вообще с ромом снимать. И, кстати есть, да, небольшую полочку хотелось вам показать. Вот этот у меня есть. Как бы это ни звучало смешно, полка с японским напитком, саке. Их вообще очень мало в Москве, но такого выбора ни у кого нет. Давайте. Вот она. А вот здесь, да? Да. Угу. Вот эта маленькая так. Полочка с саке. И также... Полочка маленькая, но довольно-таки большой экземпляр. И китайская водка, пожалуйста. 5, 6, 7, 8, ну, 20, 30, 40, ну, где-то 50, да, в среднем? Ну, примерно. Ну, где-то, да, 50. Да, да. Китайская водка где? Покажите. Вот. 52 вот градуса, да. Угу. Мы его называем крепкоалкогольный напиток. Сколько на градусе? 52. 52 градуса. Павел, я вижу, здесь представлен кальвадос широким ассортиментом. Довольно-таки много у вас кальвадоса, да? Да, большой ассортимент кальвадосов. Также у нас есть винтажные кальвадосы. Mm-hmm. Вот они, пожалуйста, представлены. Mm-hmm. Старые винтажи определенных годов. Это очень редкая вещь. Mm-hmm. Ну и ценник, да, видно там. Ну да. Ну сколько? 13-300, например, самое дорогое получается винтажный. Ну, самый дорогой, самый старый был в районе где-то 60 тысяч. Ну все равно, как, да. Какая упаковка, какая красота. Все это, конечно, чистая Франция, Нормандия. Вот понимаю. Он, 53. Угу. Самый старый. Вот тут и бутылка какая. Да, это под старину сделано. Сургучная пробка. Это 62-го года. 62-го года? Да. Да год моего рождения, мне надо купить срочно. Обязательно. Так, ну что, у нас, посмотрите, кальвадосы. Я вижу там вдалеке полку с портвейнами, правильно? Пройдемте. Павел, я вижу здесь представлен очень широкий ассортимент портвейнов. Сколько у вас получается производителей? Вот примерно. Ну, около 40 где-то производителей. Очень большой выбор старых винтажей, очень много винтажных. Есть, кстати, очень редкий портвейн 52-го года с подписью самого производителя. Угу. Мы его сейчас тоже покажем. Это будет большая бутылка. Ну, винтажный это хорошо, но в целом для просто потребителей, да, как бы обычно. Корки, например, да, широкие ассортименты. Выдержаны. Выдержаны 20-ка, удали, десятки, да, все это есть, да. Сандермен, вот он, пожалуйста. Я недавно приобрел бренди, скоро будет на него обзор, потому что я ни разу не видел. Но тем не менее, как посмотрите, какой у вас сумасшедший ассортимент портвейнов. Ну что, пойдем дальше? Да, пойдемте. Спускаемся в подвальное помещение, если его так можно назвать, где нашему вниманию открываются огромные полки, опять же, с вином, шампанским. Да, весь мир. Да, здесь Италия, уже пошло... Франция, Испания, Новый Свет. Представлен практически. Здесь уже более такой, да, как бы мировые бренды. Ну, давайте мы вино пробежимся мимо. Да, да. Потому да. Что я еще раз говорю, что к вину просто невозможно. Кстати, сразу вот она полка с коллекционными, говорите, коллекционными винтажами. Виски. Да, коллекционные виски. Винтажи, виски. Здесь, ну, Хайленд Парк, смотрите, какие. Гордон Макфарлейн, да. Стратайла и Линквуд.
Старые винтажи есть. Блин, фаркласс. Вот он может ценник показать крупным планом. Как мне там написали, что это не магазин, а музей. Ну, ребята, есть определенные вещи, которые, знаете, они бесценны. Потому что, можно сказать, возможно, это единственная бутылка, которая осталась, да, с этим напитком. Ну, и здесь пошла, вот, собственно говоря... Весь наш ассортимент виски. Весь ассортимент виски. Сколько здесь примерно у вас напитков? Если на скидку? Ну, где-то около 10 тысяч. Около крепкого 10. Алкоголя, да. Около 10 тысяч? Ну, нет, а именно только виски, например. Нет, только виски. Включая и... И коньяк. То есть именно вот этот нижний зал. Тут ну, только 10 тысяч позиций. Ну, коньяка чуть меньше. Угу. Ну, а здесь я вижу бленды, да? Я так понимаю, что самые большие продажи бленды составляют? Самые большие продажи, на самом деле, в нашем магазине с нашими грамотными специалистами составляют именно сингл-молты, а не бленды. Ну, потому что у вас там специализированный магазин. Да. Ведь мы знаем статистику, что 90% продается бленда вообще на самом деле. Да, люди его покупают чисто для коктейлей. Но в наш магазин приезжают только за... Я так понимаю, что как раз все остальные 10% приезжают именно в ваш магазин. Да, да, да. Ну, так и есть. Итак, ну здесь ирландцы, я вижу, да, представлены. Да. Вся Ирландия, практически очень широкий ассортимент. Практически вся Ирландия, да, можно сказать. Я бы даже сказал, что вся Ирландия. Даже, можно сказать, да. Вся Ирландия, судя по ассортименту, да. Даже Ломбей есть. Единственное, что у вас я не вижу, опять же, того же знаменитого Макгрегора, да, этого Твол 12. Но он продается только в Ирландии и в Америке, насколько я знаю. Контракт да? Он с Россией пока не заключал. И никак, кстати, не могу купить. Многие просят. Но, с другой стороны, насколько я знаю, и смотрел другие пробы. Ничего там особо. Предвзято, ведь как уровень среднего качества. Конечно, уменьшить Джеймисона, да, по качеству. Но, тем не менее, да. Здесь что? Поехали. Давайте коротко рассказывайте. Здесь же у нас уже стоят острова, как бы островные виски. Артбэг, смотрите, какие широкие. Вот такого широкого ассортимента артбэга я в России не видел нигде, собственно говоря. Ну, Лафройг довольно-таки маленький ассортимент, но, тем не менее, Талискер хороший, да? Лохламонт, какой хороший ассортимент, да? Как бы там. Я вижу. И там еще дальше есть, я вижу, да-да-да. Ну, вот какой крупный. Да, дальше мы переходим уже, ну, высокогорье, Эшпейсайд. Высокогорье, да. Высокогорье пошло. Ну, можно так камера ехать. Вот Бонахама там, я вижу, да. Ладно, я про них буду отдельно рассказывать, потому что вернулся в Шотландии. Вот они пошли. Полбар в старом кузове еще, да, как бы так. Тут есть как, вещи, белый, которые... Макалан, Таментулы. Да-да-да. Анок, Бенриах. На всю линейку Анок я делал, кстати, обзоры. Практически на всю линейку я делал обзор. 12 литров до 24. Кстати, вся линейка Таментулов наконец-то пришла. Да-да-да-да. Интересно, кстати. Так, ну, Олпатни тоже еще, кстати, в старом кузове, да, как говорят. Продолжение Лохломонт. Да, Лохломонт, да, в старом винтаже, кстати, да. Это уже практически, это практически уже, да, винтажи действительно редкие. Так, ну, семейные до сих пор семейные. Это Гленн Фаркласс. Это единственный семейный вискокурн. Пока еще никакой корпорации не продали. Ну и дальше мы переходим к коньяку. И дальше мы переходим на коньяки. Коньяки тоже представлены довольно-таки широким ассортиментом здесь, да. Причем, если мы говорим о Курвазье или... Камю или Хеннесси, да, Миуков, а Тарт, они как-то внизу, потому что, в принципе, это линейка, которую пьют только в России, да, наверное, в какой-то степени. И Китай. А, ну, Китай, да, Россия да, и да. Китай. А сами французы пьют? Они пьют арманьяк. Они пьют арманьяки, в основном да? Арманьяки, да. Да. И всегда говорили, что мы только себя ставим арманьяк, а весь коньяк мы вас представляем на весь мир, пожалуйста. Ну, давайте вот чуть-чуть пройдемся по коньячкам, чуть-чуть так, камера. Да. Пожалуйста, у нас также несколько представлено замковых коньяков. Что-то до Монтифо, это коньячный дом при замке, то есть очень хорошее качество. Это также представлены как Деламейн, Тессерон, эти тоже известные, они это элита Франции. Ну и стандартные Хайн, Тифон, Даниэль Бужу и так далее. Друзья, ну, сами видите, что здесь, знаете, здесь не хватит, наверное, даже и двух часов, чтобы хотя бы так бегло пробежаться по всем этикеткам, да? Как бы довольно-таки действительно большой ассортимент, большое наименование, поэтому я могу сказать, что действительно магазин не просто удивляет, он поражает вообще. Но это еще не все, да? Насколько я знаю, у вас есть еще и хюмидорная комната, да? Да. Мы сейчас... ну, бурбоны. Японские виски. Японские виски. Кстати, японские виски, я слышал, у них там тоже возникли проблемы определенные, да, с производством? Да, до 2020 года у вискокурни Сантори не будет старых спиртов. То есть пока они разливают только молодые трехлетние спирты. То есть Америка выгребла все, да, после Америка рекламы? И Европа, да. Американцы все выгребли, из-за этого как бы японцев практически не осталось. Ну, ассортимент бурбонов большой, друзья, обратите внимание, у них есть Джим Бим ржаной, который я вез в Шотландии. Представляете, пожертвовал местом в Шотландии вместо шотландского виски, я привез Джим Бим ржаной. Но его нигде не мог найти, а у меня его давно просили. Поэтому, как бы, кстати, мне он не очень понравился. По сравнению с Джек Дэниелсом ржаным, он мне больше, вернее, Джек Дэниелс мне больше понравился ржаной. Но, тем не менее, друзья, вы видите, какой здесь огромный ассортимент. Я уж не говорю про вина, как мы про них пробежались быстро до шампанского. Пойдемте посмотрим хюмидорную. Да, пойдемте.
Так, ну что, красивый аквариум разделяет, я смотрю, зал с алкоголем на хюмидорную комнату, да, я так понимаю. Здесь представлены трубки, я вижу. Какие-то аксессуары дополнительные, правильно? Да. Ну и пошли дальше. Здесь, опять же, да, большое, большой стенд с трубками, смотрите, индивидуальные трубки, я так понимаю. Знаете, какая красота. На каждый вкус, любители, подымить, здесь все есть. Ого, какая у вас большая хюмидорная комната, друзья. Ну, это тоже рай для... Я вижу так, что здесь можно не только хорошо упиться, но здесь можно хорошо и накуриться, извините меня за такой каламбур. Обратите внимание, огромный ассортимент зажигалок, катаров, всевозможных, ну, аксессуаров и так далее. Тут глаза разбегаются. И, собственно говоря, хюмидоры большой выбор, да, походные. Пепельницы большой выбор. Все, давай-давай сюда. Света, сюда. Путаемся в проводах. Смотрите, какой выбор. Пепельницы, кстати, большие пепельницы для сигар. Редкость вообще, на самом деле. Взять хорошую пепельницу, удобную, на две сигары. Ух, какие хюмидоры. Небольшие, большие. Это тоже хюмидор, да, я так понимаю? Да. Смотрите, какой шикарный хюмидор. Как минимум сигар на 100, да? Где-то так. Даже больше. Как положено. Даже, наверное, больше, да. Судя по такому хюмидору больше. У меня поменьше, конечно. У меня шкафчиком. Ну и, собственно говоря, это, я так понимаю... Да, пройдемте. Хюмидорная. И сама хюмидорная комната. Камеру запускаем вперед. Здесь. Ох, какая большая. Слушай, ну у вас хюмидорная просто офигеть какая. Да. Да, ну как положено все, да. Здесь довольно-таки комфортно, прохладно, все выдержит температуру. Но обратите внимание, какой сумасшедший ассортимент сигар. Здесь и Куба, я вижу, и Доминикана представлена, и Никарагуа, и Мексика, да, я так понимаю. Если так бегло. Ну, Каиба. Ну, заострите внимание. Довольно-таки известные сигары. Ценник. Это ценник за штуку, да, указан? Да, за одну штуку. По полочкам. У нас здесь специалист по сигарам. Есть специальный, да. А специалист по сигарам у нас называется как? Сергей. Нет. Профессиональный. Профессиональный. Как называется? Витале. Как? Витале? Витале. Витале, да? А есть еще как-то слово, типа... Афисионада. Афисионада, да. Или это тот, кто курит, да? Можно так сказать. Ну, вы, да, у нас здесь? Да. Ну, в двух словах, вот что представлено, как бы ассортимент. Давайте вот. Как вас зовут еще раз? Сергей. Сергей. У нас в кадре Сергей, который, можно сказать, хозяин, да, этой хюмидорной комнаты. Шикарный, большой. Такой большой, кстати, нигде не видел. Такой, именно да, такой большой. Самая большая. Самая большая, на да? территории Восточной Европы. А, даже вот так. Ну, действительно, да. Знаете, огромная. Я такой огромной комнаты. Практически раз, два, три зала, да, получается. Не считая там еще, да, как бы там. Сколько здесь видов примерно? Можете нам сказать? Видов? Ну, вообще, видов сигар, да. Ну, здесь представлена Куба, Никарагуа, Доминикана, ну, Гондурас и Коста-Рика. Даже Мексика, по-моему, есть, да? Или там Панама? Нет, там Мексика, ну что-то чуть-чуть, есть, да. Ну, что-то есть, но все равно на любителя, да? Да. Или Панама, да. Там, я понимаю, что не выпускают там три вида, но тем не менее, да? То здесь есть все на любой вкус. Все, хотите копченую, хотите легкую, хотите... Завозится в Россию, да, здесь есть. Все представлены главные такие бренды. Ну, что могу сказать, друзья, вы видите, в этом магазине можно не только найти хорошие, классные напитки, здесь можно еще сразу подобрать и хорошую, шикарную сигару. И я понимаю, что вам как раз и порекомендуют, и посоветуют к любому напитку, хорошему коньяку или хорошему виски, а также хорошую сигару. Поэтому, друзья, я этим магазином не просто удивлен, а повторюсь, а поражен. Поэтому что могу сказать? Приезжайте в этот магазин, не пожалеете. Во всяком случае, я проделал 650 километров, я ни на секунду не жалею, что я здесь оказался. Ну что, Павел, большое спасибо за экскурсию. Я понимаю, что как бы мы очень бегло пробежались, но бегло все осмотрели, да. Понятно, что как бы, как я сказал, тут и дня, наверное, не хватит, чтобы пробежаться все в целом. Но все равно спасибо вам за экскурсию. Пожалуйста. У меня, кстати, в Чехии на заводе Крушевец тоже был Павел. Видите, как везет нам на Павлов, да, как бы в нашем рынке. Ну, тем не менее. Да. Спасибо вам большое. Скажите нашим зрителям. Обязательно приезжайте в наш магазин. У нас самые профессиональные консультанты, которые вам подскажут по алкоголю, подберут на любое ваше событие. Любое. Ну, а еще здесь есть сигары, если вы обратили внимание. Да, и все, что вы хотите. Алкоголь и сигары. Да. Друзья, это самый замечательный магазин, пожалуй, который мы видели в ближайшее время. Поэтому еще раз рекомендую, приезжайте. Я помчался сейчас домой, сейчас быстренько это все сниму и выложу буквально в ближайшие дни. В нашем магазине мы небольшой презентик. Оба, вот так, да? Вам дарим. А, бутылочка Блоу 12 лет, да?
Ну что ж, мы ее как раз в ближайшее время и посмотрим. Как раз мы сделаем обзор этого виски и расскажем про ваш магазин. Друзья, всем спасибо. Всем успехов давайте еще раз давайте. Вашему магазину процветания и побольше клиентов. Хотя я думаю, что и так тут хватает работы. Все, всем пока. До свидания.